просто от любви к Чадову. Я не знаю, может быть, как в артиста, может быть, по сценарию. Поэтому ты, я тебя очень целую, я тебя очень поздравляю. И, кстати, у меня есть там песенка Патрик Шампанского. Люди, не отказывайте себе ни в чем. Режиссер Екатерина Сальникова. Ура! Мастер. Давайте я вам спою три шампанского, наливайте и танцуйте, а ты можешь покурить. Отлично, догоняться буду. Будете? По словам не ласково, но это ложь, все это ложь. Подожди, во-первых, ты всегда мечтал, чтобы у тебя появился вокалист. Я проверял, он поет, кнопку не нашел. И самое главное, сейчас я подержу Наташеньке микрофон, она тебе объявит по поводу, каким образом ты завоюешь Молдову. Давай. С помощью такого леденца? Ой, извини, с этим, я про ротацию. Сразу плохие ассоциации, смотрю на леденец, таким образом ты завоюешь Молдову. Нет, Наташечка, если у меня вот будет скоро на носу, как раз весна наступила, будет новая песня от известного композитора. Поэтому я хочу, чтобы она зазвучала новенькая. Зазвучит тебе. Зазвучит. Можно просто приехать. Можно аплодисменты, мои жених. Олег Яковлев, дорогие друзья! Спасибо большое. Без перерыва. 24 часа в сутки. Звучите. Вот это вам. Супер, спасибо большое. Держи, держи, держи. Черный лебедь.